Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Звездный Десант Вторжение. Получайте призы не хочу. Так, кредиты забрали. Да, мы, кстати, с тобой... Вот, надо выбрать. Давай мы их поставим сюда. То есть это у нас будут мехи. Здесь я, наверное, ничего пока тратить не буду. А вот прокачку... А, у меня прокачка, у меня все равно деталей нету. Так, энциклопедия нас не интересует. Ну, вроде бы все сделал. Получайте призы. Исследуйте галактику. Да мы как-нибудь ее исследуем чуть позже. Ага, багровые стервятники напали на фабрику на... Насу, Гамми и похитили 5 экспериментальных меха. Рейнджеры, которые их охраняли в суматохе, куда-то подевались. Стервятники решили похитить мехи, чтобы воспроизвести их на своих заводах. Не дайте похищенным мехам покинуть планету. А как это я им не дам покинуть? То есть я должен уничтожать космические корабли какие-то? На чем они их хотят? Или через портал какой-нибудь похитить? Йоу, нифига тут. Так, они, короче, убежали. Уничтожьте 5 мехов, пока стервятники их не телепортировали. Зашибись. Ну что, команда, пойдем. Come with me. Так, маяк эвакуации активирован. Уничтожьте похищенные мехи. Погнали. Нам нужно спешить. Так, один мех где-то здесь должен быть. Пока эти отвлекают, мои тут их уничтожают. А, и этого меха тоже нужно понял. Ну, еще стоим, любуемся. Меха уничтожайте. Так, пока мы это... Ну, тут нет никакого отсчета, я смотрю, времени, да? Так, вот этот кристалл тоже нужно будет забрать. Давай. Забрали. Слушай, ну если мы забрали кристалл, значит мы можем кого-то сделать. Наносит урон по площади. Так, давай, блин, как ты медленно идешь-то. А эти-то откуда берутся-то? В плане. Они базу здесь свою хотели, что ли, построить только что? Ну нет уж, этого... Ага. Ну и еще этот робот... Короче, я немножко в шоке. Он идет, ему плевать, он даже не собирается, ребят, бомбить. Опа! А вот и отсчет времени пошел. А я-то думал, здесь ничего не будет. Да ну нафиг. Вулканы. Вон мех. Давай, атакуем. Здесь бомбану. Так, куда вы пошли? Вот они еще, да, получается, 2 меха. Блин, на нас сзади бегут. Сзади, говорю, бегут. Мы это не можем захватить, да, пока? Пока тут враг у нас. Трындец, их, конечно, там дофигища. Слушай, мне надо, наверное, на базу вернуться быстренько. Сделаем так. И все? Подбили? Успели? Что произошло? Это был последний похищенный мех. Отлично, десантура. Адмирал Теггинс, ангар 1 в безопасности. С ангаром 3 беда. Оттуда похищено несколько мехов.
Предатели, знающие коды доступа, обошли систему безопасности. Даже с нашими мехами они ответят за свои преступления. Ух, а я-то думал, там надо будет бежать, а тут вообще на изи. Я уже хотел следующий отряд жаб отправлять. Пфи. Они сами ко мне шли, мне даже не надо было их искать ходить. Да позже, ёлки-малки. Опа. Улетели. Блин, они какие-то, я не знаю, колонизаторы прям. Прилетают на планету и сразу какие-то проблемы у нас. Зенитная батарея, это новая башня у нас. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем так. Вы начинаете уровень с 50 дополнительными единицами Этерия. То есть мы сможем дополнительно поставить, да? Почему так мало этих? Я не пойму, разработок. Раньше, я помню, мы могли мехов наших улучшать и тому подобное. Так, это что у нас такое? Поле зрения всех союзных зданий увеличится на 20%. А вот это что? Увеличит количество здоровья, которое техники, которое техника восполняет сама. Не, давай-ка мы, наверное, вот это вот возьмем. Опа. Так, награда за достижение увеличена на 10%. Дает возможность зенитной батареи стрелять разрывными снарядами. Вот это уже будет интересно. Так, 430 монет. Передвижной боевой модуль. А, вот это я помню, помню этот модуль. Очень даже прикольный. А вот это что у нас такое? Лазерный боевой модуль. Сеющий смерть и разрушение. 600. Дороговато стоит, конечно. Но он, наверное, того стоит. Так, смотри-ка, а тут у нас командир. Война разгорается по всей галактике. Кроме основной кампании, вы можете участвовать в специальных... А, в спецоперациях и получить награды. Спецоперация — это задание разных типов с разными заданиями и целями. На планете, покрытых джунглями опасных хищников, можно встретить везде. И у корней, и у крон деревьев. В этих густых лесах очень легко оставаться незамеченными. Здесь неподалеку были замечены банды стервятников. Наши враги ожидают подкрепления, чтобы вывести с планеты кристаллы Этерия. Нам нужно вернуть эти кристаллы, пока враг не сбежал с ними, иначе местные союзники разочаруются в нас. Готовьте противостоять ожесточенным атакам, командир. Найдите пропавшие кристаллы Этерия, пока не закончилось время. Блин, как я терпеть не могу вот эти задания на время. Ребят, вот если бы вы только знали. Я их терпеть не могу. Так, больше я пока здесь ничего не получил. Найдите спрятавшиеся Корока на уровне пора действовать. Корок какого-то должен найти. Так, большая пия. Ну что мне здесь нужно делать? Стервятники сливали информацию РАД в обмен на какое-то снаряжение и сумели отстроить укрепленную оперативную базу для своей криминальной организации в самом сердце песчаного моря Монари. Похоже, именно в этом командном центре происходит обмен информацией. Уничтожьте командный центр стервятников. Вот это уже по мне. Будем, ребята, уничтожать этих стервятников. Кто-то там летит, я смотрю. Это букаха. Тут уже космонавт завис без всего. Уничтожьте командный центр стервятников. Обязательно это сделаем. Так, сначала. Так, лазерная. А это у нас дальнобойное ПВО, атакующая наземная цель. Давай-ка ПВО-ху, наверное, поставим. И здесь то же самое. Ну вот, совсем другое дело. Так, встанем-ка, наверное, пока вот сюда. Там уже посмотрим, что это такое, что это за ветер тут поднялся еще. Песчаная буря. Так, возьму девчулек. Еще могу? Нет, больше не могу никого взять. Ну что? Я думаю, этой команды будет более чем достаточно. Так, эти штуки только по воздушным, что ли, целям бомбят? Нет, так дело не пойдет. Да куда ты строишь-то опять только что... Все, больше не могу, да? Пойдем. Потихонечку будем продвигаться. Выдвигаемся. Там кто у нас? О, смотри-ка, из Fallout'а, ё-моё.
Отсылка. Ты понял, да? Это тот самый чувачок, который сбегал из бункера, но не добежал. Давай, 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 родные мои, стреляем. Блин, вот эта вот пурга, кстати, вообще не в тему. Она очень нам снижает видимость. О-о-о, мех, оказывается, тут висел. Чего? Понял, отбились мы там. Так, а чё же вы... Мех от этого не уничтожите мне. Все? Блин, все, еще тут. А это кто-то? Что он делает? Тут без остановки что-то меня атакуют. Этерия у меня, к сожалению, больше нету. Единственное, что я думаю, может быть, жаб этих поставить. Блин, ну они хороши, эти жабы. Давай тогда, наверное, вот этих все-таки оставим. Офигеть, они тут. Они, конечно, очень долго стреляют. Перезарядка у них офигеть какая длинная. Но если стреляют, так насмерть, короче. Пускай эти тогда чудики здесь стоят. Щиты нам не нужны. Так, купить, может быть. Модуль расширения. Так, покрывающая область лазерами. Вот мы ее расширим. Ну, а сами будем потихонечку двигаться. Что за обезьяна тут, а? Исчезла. Это макака с красной какой. Да они бесконечно тут, ты посмотри. Куда ты побежала-то? Ну тут норм будет. Справится у меня там десант. А, здесь нельзя пройти. Я думаю, что он... Жаба, вы опять зависли, блин. Я не понимаю, почему они зависают. Жабы-то вот эти вот. Отбиваемся, 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 ребята. Сейчас завалят. Да. Вот и итог. Итог то, что меня тут забомбили. Так, ладно, вызываем подкрепление. Уходим, уходим, уходим. Да ни шиша ж не видно. Фига он с кувалдой, чего? Просто. На. Ну-ка, давай посмотрим, как ты против этого меха. Да, тут ты, конечно, не супер силен. Так, давай, десанта, иди сюда ко мне. Но он очень мощный сам по себе. Живучий, как я вижу. Так, пойдем тогда... А здесь вот можно пройти или нет? Нет, все-таки только тут... Только в том направлении нам, получается, можно идти. Давай-ка разберись со своим молотом. На! Блин. Они еще и оттуда идут. Отойди отсюда. Пускай они сами к нам подходят. Мы еще им вот так вот сделаем. За подляночку небольшую. Me.
Давай, 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 подходим, подходим, расстреливаем. Нам все равно нужно брать эту высоту, как ни крути. Слушай, это же десант, как у нас. Откуда у них такой? Это же стервятники. Непонятно. Все разобрались, красавчики. Пойдем дальше. Что это такое сбрасывается? Я не могу понять. Какая-то мина, не мина. Командир, мы нашли воздушный аванпост. Воздушный аванпост. Блин, на меня там опять. Тихо, тихо, стой здесь. Валим, валим теперь этих. Блин, мою героиню подбили, а. Ауч, тут и сзади, и со всех сторон. Давай, 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 попытаемся справиться. Хотелось бы в это верить. Слушай, они успеют отстраиваться, прикинь. Все, сейчас завалят. Подбили. Блин, это опять сюда пиликать. Так, может быть нам взять боевых жаб вот этих вот. А, он один всего лишь. Ладно, попробуем. Слабые атаки у него. Фига вас тут набежало. Так, они еще и сверху там бомбят. Откройте, откройте мне. Блин, не успел. Так, защиту поставили. Пошли наверх теперь. Ну, слушай, это хоть одна жаба, но бомбит-то она нормальная. Аванпост, как ни крути, но не все равно надо захватывать. Иначе они оттуда будут постоянно на нас выдвигаться. Что это за фигня? Как будто мне кто-то в прицел берет. Все, я понял. Это снайперская башня. Давай, 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 давай. Теперь быстренько захватываем. Давай, 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 родные мои, захватываем башню. Башня нам нужна. Есть. Шикарно. Так, сразу же поставим лазерную турель. И меха можно призвать. Что опять-то здесь? Блин, я, наверное, возьму все-таки и поставлю здесь вот эту вот. Мне кажется, от нее будет больше толку. Ты посмотри, их тут без... они бесконечные. Ёпрсте. Пока он дойдет, блин, тут... Мы потеряем базу сейчас эту. Все-таки надо эту ставить штуку. Как ни крути, она хотя бы обзор офигенно делает. А этому по барабану, один идет и хоть бы что ему по деревне. Так, встаешь здесь. Что у нас тут происходит?
Тут все норм. Так, здесь тупик. Фига, он там взрывы делает. Нормальный чувак. А вот это что у нас делает? Оу. Он летающий. Слушай, робот, иди сюда. Пускай вот здесь вот стоит. Да, он бомбит сверху, нормально. Ну а мы пойдем дальше. Вот здесь где-то был аванпост, где нас обстреливали сверху, я помню прекрасно. Опа. Да вы серьезно, что ли, блин, попали в какую-то... Стоим здесь. Так, жаманенок, уйди. Пускай подкрепят здоровье маленечко. Здесь отбились, красавцы. Ускорять перезарядку, не нужна мне пока перезарядка ускоренная. Единственное, что... Блин, у меня и Этерима нету. Этериума нету. Надо тогда потихонечку, чтобы они сюда выходили ко мне сами. Чувак, конечно, подсматривает. Блин, вот эта буря вообще не в тему. Так, ты уйди оттуда. Блин, отходим. У них там база, что ли, не пойму. Со всех сторон выползают. Что там за тревога? Что за тревога? А что это была сейчас за тревога-то такая? Не врубился я. К чему? Вот с этими... говнюками бы разобраться. О, молодец. Что за бомбы вот эти вот выкидывают? Никак не могу понять. А этого-то будет кто-нибудь бомбить? Вот этого, говорю, бомбите. Блин, взял жабу, мне уничтожила. Хмырь. Пойдем. Без этой жабы мне как-то будет тоскливо, поэтому бомба жаб нам понадобится. Так, что... Блин, больше не могу ничего взять. Там все под контролем. Туда идти бесполезно, значит, идем прямо. Бомба жаб, бросай бомбу свои. Везде выглянет. То там, то здесь. Ну. Есть. Опа, у них тут база оказывается. Давай-ка из-под тяжка. Бомбожаб, ты чё? Сейчас мы захватим эту территорию. Отлично. А она не захватывается. Мы просто ее уничтожить должны были, да, видимо? Сдается, наконец-то. Прошу прощения. Взять его, мы должны знать, что задумали стервятники и Рад. Господа, давайте вести себя культурно. Чем могу помочь? Пока что переведите его в ближайшую базу и будем ждать конвойного корабля. Сомневаюсь, что стервятники ничего не предпримут, узнав, что мы схватили одного из них.
Я, кстати, тоже так подумал. Сейчас мы его, типа, захватим, а эти попытки освобождения 100% должны быть. Это, то есть, будет, наверное, нападение на нашу базу. Так, мы прилетаем вот сюда. Даже это не... Ох ты, ё-моё, негодяи, кредиты. Так, ультра получила уровень. Новая башня Мортира. А вот это еще кто такие? Так, давай-ка прокачаем. Слушай, вот это вот, кстати, неплохая. Элитные бойцы обучены самой ультрой и готовы выполнять боевые задачи в самых горячих точках галактики. Когда Браво погибает или покидает поле боя, они оставляют после себя мину, которая наносит урон по площади. Каждый враг, убитый рядом с отрядом Браво, позволяет им дольше оставаться на поле боя. Открывается на 9 уровне. Так, а что у нас вот это? Вот выпускает в одну цель 5 мощных зарядов, пробивающих броню, отбрасывающий снаряд. Каждый выстрел отбрасывает противника назад. Каждый выстрел увеличивает урон ближайшим союзникам. Блин. Не, я все-таки, наверное, ребята, элиту прокачаю. Ну, ведь классные чуваки, согласись. Жалко, конечно, что долгая перезарядка у них. Ох ты, бродяга, подстрекатель и повстанец-прыгун. Бойцы багрового стервятника, предавшие свою банду и припнувшие к нам сражаться, ага, со своими бывшими союзниками. То есть, блин, я даже не знаю, стоит ли мне брать их. Ассендий, Катрас, Дейкадзюс. Фига тут. Я пока оставлю этот отряд. Меня он вполне устраивает. Так, получить 70 кредитов. Солидно. Так, энциклопедия нам не нужна. Это нам тоже не нужно, да? Или все-таки что-нибудь закупим? Оснащенный бурами механоид, ищущий и добывающий этерии на месте высадки. Он способен найти ценный ресурс в любых условиях ландшафта. Однажды, обнаружив место этерии, нефть, дроны понуро вернутся на базу. То есть этот чувак, я так понимаю, будет искать нам залежи этериума. Меня это устраивает, в принципе. Так, у нас еще по одному дрону здесь есть. Ладно, пока мы их трогать не будем. Ну что, делаем высадку. Высокопоставленный член багровых тервятников пойман правоохранителями Федерации и сейчас ожидает прибытия вашего конвойного корабля. Он в курсе их планов возможных нападений. Нам нужно укрепить оборону и не дать стервятникам освободить своего предателя до прибытия нашего корабля. Не допустить, чтобы стервятники призвали своего лидера. О, ну я и говорил, что-то... Приблизительно этого я и ожидал. Что сейчас будем мы просто, ребята, обороняться. И оборона будет 100% жесткая. Осторожно, а жукорезы атакуют наши казармы. Что еще за жукорезы, блин? Так, дай-ка я тебя сюда поближе поставлю. Это наша база. Слушай, а они что, могут проходить через эти? Стрелятники атакуют космопорт. Блин, у меня еще и космопорт здесь оказывается. Зашибись. Космопорт пал, приготовьтесь к обороне. А у них тоже какие-то щиты есть. Да почему же я не вижу это ни шиша, блин. Что-то тут как-то слишком жестко. Отступаем нафиг. Watch your step.
Космопорт пал. У нас и здесь еще, видишь, база. Ё-моё. А эта турелька только, да, только по наземным целям. Нету Этериума, его просто не хватает там. А это что еще такое? Так, ультразвуковые барьеры, которые реагируют на врагов и наносят им огромный урон. Союзные войска благодаря особым кодам доступа могут безбоязненно пересекать такие барьеры. Не такую-то воздушную цель нельзя установить или купить после уничтожения. Все, я понял. То есть, раз уничтожили, все, забудь про нее навсегда. Где у меня жаба эта? Хочу, ребят, взять и вот эту вот жабу. Мне понравилась она. Со своей массовой атакой нормально идет. Да ё-моё, тут смотри, чувак стоит. Десант, вы чё? Погнали. Ага. Стервятники снова идут защищать и заключать. А где заключенный-то сам? Наверное, вот здесь вот находится, да? В этой, на этой базе. Отступаем, ребят. Куда вы бежите-то? Я хочу вот этих забрать. Куда они там забились-то в угол? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же тут происходит? Твою налево. Мужик, ты ищи нам этот Этериум. Так, встаем сюда, блин, видишь, что вытворяют. По выстрелу и все, и нету чувачков. Единственное, что мне непонятно, мне нужно просто продержаться или же все-таки... Хренеть их сколько тут. Или мне нужно идти и захватывать территорию. Вот что пока мне не ясно. Нет, если бы нам нужно было, наверное, продержаться, мне бы написали, продержись там столько-то времени. Но, если честно, против такой армии нереально просто устоять здесь. Так, стервятники готовят большой штурм, не дайте им освободить. Да я вот пытаюсь. Бедные десантники мои. Действительно, большущий штурм. И в основном летающий. Слушай, нам, наверное, надо здесь поставить вот эту вот. Эх, рейнджер, как бы мне хотелось бы, конечно, вам помочь здесь. Но они не дадут. Вон он, блин, где? Ё-моё! Я совсем не туда смотрел. Давай, уничтожаем тогда уже всех тут. Me.
Блин, а чтобы сюда попасть, как мне надо сделать-то? Нет, 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 нужна пехота. Базу сейчас бомб... Все, ребят, проиграл, наверное, да? Нет, успеваем вроде бы. Отвлекаем. Да ты приземлишься сюда-то или нет? Почему нельзя-то? Да. Просто смотри, что происходит. У меня Этериум просто нету. Он просто не успевает, ребят, накопиться. Но тебе не кажется, что это вообще жесть какая-то просто? Ты посмотри. У меня просто резервов нету. Последний жабаненок у меня тут стоит, отбивается. 50 секунд продержаться еще нужно. Вы серьезно, блин? Они уже здесь свою базу поставили, прикинь. И сейчас все вот это вот пойдет на меня сюда, да, я так понимаю? Ну, само собой. Успеем ли мы 10 секунд продержаться, друзья? 6, 5, 4, 3, 2, 1... Да ладно, успели. Конвойный корабль прибыл. Мы почти не заключены его в камер особого режима. Стервятники потратили много сил, пытаясь освободить заключенного. Должно быть, он куда важнее, чем нам кажется. Увести его. Да, такая миссия, ребят, ну тут я не знаю, как тут вообще можно было бы противостоять им. Ты видел, какая армада, я уже... Да еще изначально я просто не думал, что он внизу. Пошел где-то там наверху охранять. Пленный стервятник выдал нам очень ценную информацию. Они решили воспользоваться хаосом войны, чтобы усилиться. Все намного хуже. Они сливают информацию о наших слабостях рад. Нужно устранить бреши в обороне, пока раты этим не воспользовались. Тревога! Рат напали на беззащитную планету. Опять этим рат куда-то нужно было влезть, ё-моё. Ой-ой-ой, ну что на этот раз, куда они... Ох, ничего себе, они сюда, что ли, напали? Так, кредиты 60, технические очки одна штука. Это покрыто... Так, подожди. Уничтожьте командный центр противника. Может быть, попробовать, ребят?
Что-то тут у нас... Подожди секунду, сейчас. Очков у нас здесь нету. Здесь. Да, это возможность зенитной батареи стрелять разрывными снарядами. Так, ну, наверное, все-таки лучше деньги для начала. На 10% не так много, но все-таки. Все здания начинают ремонт на 15% быстрее и лучше. Это уже приятно. Ну что, попробуем, рискнем, друзья. Подожди, спасти пропавших бойцов. Ну да. Попробуем. Лишние награды нам уж вот точно не будут. Масштаб экрана можно менять, сводя и разводя пальцы. А, тут еще экран можно уменьшать, увеличить. Так, уничтожьте командный центр противника. Надо вначале тут оборону, блин, поставить. Так, где они у нас находятся? Наверху? Да, скорее всего, наверху. Я не знаю, наверное, оставим немножечко здесь. Или как? Или пойдем сразу же? Так, отойдем, отойдем. Да я говорю, отходим, блин. Стоят все как тупори. Чего? У него еще какое-то защитное поле, блин, было суперское. Так, чиним этот радар. Хватает, да? Пойдем на разведку. А эти откуда побежали, дурачки? Пускай стоят там. Ё-моё! А что это нас так убило? Ничего не могу абсолютно заказать. Ладно, сейчас нашу... Пойду-ка я на разведку схожу. Опа! Это что такое? Идем сюда. Тут какую-то странную штуку нашли. Давайте уничтожать ее. Есть. Так, захватываем. Эти ракетчики, конечно, хороши, но у них очень долго снаряды вылетают. Пока вылетят и до цели дойдут, конечно, очень много времени уходит на это. А это что такое? Мне показалось, что как эта воронка сейчас была. Так, 271 этериум. Да куда же вы бежите-то? Гиана бомбит. Штука эта, ты видел? Блин! Ну откуда вот они берутся-то? Сзади прям. Тут нету никаких этих высадок. Они откуда-то берутся. Так, ладно, я пошел дальше. Я же говорил, воронки какие-то были. Мне не показалось. Блин, в этой в этом, когда шторм этот идет песчаный, ну ни черта не видно, ребят. Так, я вижу этериум. Так. Отвлекаем.
Ну, строчи, господи. Уходим. Бомби вот в этого. Спецоперация И. Ненавижу. Он, главное, видит меня, стреляет по мне, а я его не вижу. Ну где же, ребята, справедливость-то, а? Короче, тут, по ходу дела, надо взять подкрепление нам. Я возьму, наверное, десант. Давай, десантура, идем. Тут, если что, мы можем отвлечь уже вот так вот. Давай, 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 уничтожаем эту. Ауч. Десант, уходим. Так, отбились? Отбились. Давай добьем эту базу. Она еще отбивается, кстати, тоже. А, все? Тьфу ты, я тут... Я-то думал. Вот такая вот была, ребята, у нас миссия. Уничтожили, короче, мы эти базенки. Две. И награды получили. Так, кредиты, 100 и очки техник. Очки техник. Так, что у нас тут? Все здания начинают ремонт. Ну, давай. Так, дальше у нас что идет? Увеличивает запас здоровья здания на 10%. Позволяет мортире обстреливать поле боя кластерными снарядами. Ну уж не знаю, какие там кластерные снаряды, насколько они хороши. Так, особый отряд медиков, помогающий бойцам на поле боя. Они используют свои нанолучи для исцеления раненых солдат. Их снаряжение настолько тяжелое, что для самозащиты медики могут применять только малокалиберное оружие. Понятно, то есть ватники. Вот это я, наверное, возьму, куплю. Две штуки. Посмотрим, ребят, что они из себя представляют вообще. И бомбы. Так, это у нас... Насколько я понимаю, это тоже второстепенное задание, да? Верните потерянные медицинские припасы. Ведя войну на планетах, покрытых джунглями, не стоит забывать о местных опасностях. Деревья здесь настолько древние, что великие потрясения нашей галактики навеки отпечатались в их годичных кольцах. В этом районе обнаружены войска стервятников. Нам нужно вернуть похищенные медицинские контейнеры, чтобы вылечить раненых. Если мы не сможем немедленно их вернуть, последствия будут ужасными. Поехали. Попробуем спасти медиков. Или точнее припасы медицинские. Так, ребята, уже 3 часа, блин, надо заканчивать, потому что сейчас в черепашках ниндзя начнется буст. Ладно, пройдем это быстренько. Так, серию и попробуем. Точнее, не серию, а миссию и попробуем уже. Слушай, вы достали. Я даже не знаю, в каком направлении мне идти, двигаться. Пойдем, наверное, здесь. Ну что, что вы встали-то все, ёк-макарёк. Я вот это вот, вот просто, ребят, не понимаю вот этого вот тупости. Ну и чего? Всех мы их забомбили. Я остался абсолютно один. Ну, дайте мне подкрепление-то какое-нибудь. Слушай, ну дрон хорош.
Уничтожили его, правда? Опа. Так, я захватил, да? Это был один. Нет, не захватил еще, вот он. Первая группа припасов обнаружена. Найдите оставшиеся. Ну давай потихонечку пойдем, посмотрим. Да куда же вы идете-то? Кто там орет-то постоянно? Ага, вот вторая группа. Ой, вторые припасы. Слушай, ну этот дрон вообще хорош, ребят. Он строчит, как, я не знаю, как пулемет. Так, отойдите. Здесь есть кому разбираться. Да, тут, конечно. Не, ну тут. А мне точно сюда надо? Может быть, где-то найти можно. Тут тупик, понял. Ага, можем вот туда сходить, кстати. Пойдем-ка пройдем. Ну, здесь видно, что явно, ребята, нам... не пройти там. Дрона спасай. Вроде спасли. Так, дрон, ты отхиливайся давай быстрее. Так, подожду маленько. Так, у меня и пехота откатилась. Так, это враг. Да блин, вы серьезно что ли? Твою налево, блин. Чё за ловушки такие еще? Я офигею. Просто, ребят, засада была. Давай, отхиливайся. Watch your step. Короче, ребята, пускай стоят здесь. Я сейчас один пойду, сбегаю на разведку. Вот, о, медик, медицинские эти-то. Вон они где у нас. Буду издалека. Буду издалека. А за мной они не побегут. Нет, побегут. Давай, 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 иди сюда, поднимайся. Ну где ты там? Может, получится все-таки уничтожить. Так вот втихаря, пока никто меня не видит. Давай, 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 пробивай. Есть. Ну, нормально. Видишь, эти жуки там периодически, ребят, появляются. Фух. Так, десантура, давай иди. Командир вшивый, а? Это он, кстати, там руководит ими. Давай, давай, бронебойными. Дострелялся. Так, захватываем. Так, вроде должны же как подкрепление дать, нет? Слушай, а дрон-то этот, если ты его вызываешь, он, ребят, насовсем у нас. А я думал, что он на время, знаешь как?
Есть. Так, давай сюда. Так, ну что я скажу, отлично. Вторая группа возвращена. Кого же взять-то лучше? Ну, так вот мне захотелось. Так, вы, ребята, идите сюда, потому что... Там жуки скоро... Вон, они уже появились. Ладно, пускай они идут сюда к нам, если рискнут. Так, а я опять же на разведку. Ох, хорошо, он бомбит, кстати, этот жабаненок. Сейчас мы посмотрим. Че, и здесь, что ли, эти жуки? Ну, ё-моё. Уходим. Уходим. Не успели. Слишком быстро запинали. Ну, жаба бомбит классно, конечно. Но если ты попадаешь в окружение вот этих жуков, то... Все очень, ребят, печально. Что он сейчас кричал? Chose Busters? О, он даже по зданиям, ребят, нормально наносит урон. Но вот это не в тему. Они, кстати, еще и между собой дерутся. Вот что я сейчас увидел. Прошли, по-моему. Да, ребят, мы все медицинские эти забрали. Они, оказывается, еще между собой, то есть жуки и солдаты. Вроде бы как бы они все против нас, да? Но и между собой тоже у них идет битва. Опа. Так, уровень ультра получила и кредиты 100 штук. Замечательно. Так, дай-ка я ее прокачаю. А что у нас будет вот здесь, вот на втором? То есть на первом нашем улучшении. Так, последний довод. Браво, так, поле боя они оставляют после себя мину. Понял. А здесь, так, бойцы сохраняют этот эффект даже когда находятся далеко от ультры, который временно делает ближайших врагов неуязвимыми. Я что-то не увидел, чтобы мы были неуязвимы. Ладно, пускай будет. Конечно, хотелось бы еще посмотреть на Хелфорда. Что у него тут? Используя инопланетную технологию, Хелфорд создает крайне достоверную... Ну, это голографическая, понятная фигня, отвлекает. Хелфорд намечает несколько целей и, вращаясь, наносит урон всем врагам в радиусе действия. Он настолько быстро, что может выстрелом попасть в свою же пулю. Да? На поле боя приземляется контейнер, из которого вырывается газ, медленно нейтрализующий врагов. Хотелось бы проверить, но уже, наверное, потом. У нас еще, ребята, ежедневки тут есть. Проходить их одно удовольствие, то есть прокачиваем своего персонажа. А как видишь, здесь у нас босс первый будет вот. Потом вот, вот, и тут что-то в конце зачистят боссы. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, мы закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.